Три в одном. Фика? Ну, есть. Макачино, я же такое. Капучино. Ну, готов? Не. А что ты имеешь в виду? Стенов там? Ну да, я за не. Типа сухого. Пожевал. Ну-ка, я помню, мы так хавали. А я, кстати, вчера в АТБ купил, как раз увидел, типа, сушенка. Типа написано, не, я его офигенно. Я его вот уже раз. Ничего страшного. Обережно, двери зачиняются. Давай тебе главную историю. Там еще один фильм. Я не знаю, чем закончится. Звонит мне Арман. Жалел тебе шапа там за красную карточку. Да, шапа пожалел, так я не спорю. Ну так у меня другого выхода не было. Что мне надо было делать? Ну, у меня был вариант просто остановиться. Ну, выход, будьте на выход. Нет, это не выход. Слышишь, им по 20 лет я его и догнал. Хоть и в подкате, но догнал, блядь. Уже возле своих я бежал за ним от его ворот. А ну, сука, выйди, побеги, блядь. Я посмотрю, блядь, тележка с говном. Вообще не побежи. Ну, а Руси, ты видел, как я бегал? Руси, нормально бегал? И шо? Так я с Тёмой разговариваю. Надо комментировать? Да я 100 метровку добегу, назад, а ты еще будешь туда бежать. Побежали. Я сейчас после игры с тобой сбегаю. Побежали. Да, давай, бьем, на шо? На шо бьем? Побежали, сейчас. Я понял, за он не побежит, бля, потому что он знает, что я перебегу. Он знает, что я перебегу, поэтому не побежит. Руся даже снимет, но не так снимет. А Тёма не захочет бежать, потому что он сейчас проспорит и все. И авторитет упал. Это смотрел фильм этот, Тёма? Нет, смотрел фильм «Козырьки» эти? Смотрел сериал? Острые козырьки. Да, там где он говорит монетку, когда этот говорит, почем, говорит, продаешь верь. Он говорит, а ты свою дочку, типа этот, подкидывай монетку, говорит. Он такой оп, забрал, такой говорит, да не, говорит, я не буду подкидывать, ты понял, фраер. Не, хорошо побегали. Ну жирные, что, ну, а что сделать? Ну, жалеете. Я тебе скажу, это лучше, чем сидеть дома. Поэтому. Значит, пора переходить, там есть команда. Пора не умничать и снимать начинать, уже игра начинается. Есть специальная команда, как называется, жир. Жирчик? А, так там играет вообще, там, кстати, пацаны нормально шпилят. Титан, по-моему, послабее играет. Футболочка сейчас наша первая команда, да. Интер назывался. Да. Подгородняя. Так, а ты прикинь, она целая, форма сколько лет. Я выкинул, мне невозможно играть. Да, нормальная она, абсолютно. Сколько ей лет? Это первая форма наша, которую мы покупали. 20, блядь. На океане, помнишь, мы обсуждали этот момент? Чумалый Олежка был живой. Валик там уже спился до конца, наверное. Да такое. Я его вижу, бывает, блядь, аж, сука, даже подходить не хочется. Вообще страшно. Ну так бутылка. Ну а твой путь выбирать. Какой мой путь? Кодироваться? Ну конечно. Если нема стопа, а что делать? Ну есть два пути. Или умереть под забором где-то в окончании, или закодироваться. Я выбрал закодироваться. Вот видишь, Дотя уже. Да вижу, я тебя твой путь дал. Ну да. Я тебе честно скажу, я не знаю, как я его сам выбрал. Так я до этого дошел. Ну дошел сам как-то. Мне даже никто меня, ни паханы, никто же. А сам никто дома справиться не мог. Какие паханы? Да я помню. Я синий лазил, да, там. Вечно, да, то сплю где-то под забором, ты же гад охрень. То с пробитой головой, да. Было вечно. Есть что вспомнить? Главное весело. Да не, ну есть что вспомнить. Но главное, что живой же остался.
Не, ну пацаны, конечно, да. Ну-ка 20 лет пацаны бегут. Ну тяжело с ними пипец, конечно. Ну моментов тоже было, ну реально. Да хотя бы два. У вас две ноги было, не одна. Вы пропустили, потому что не забили свое. Так правильно, я же за это говорю. Так видел, 4 момента. 3 вообще в пустые можно было забивать, не забили. 3... Как с одной ногой забить пустые? Это можно без ног забивать было, Артем. Если бы был Гергель старший, он играл в нашей команде, он бы его убил бы после игры. Он так съедал, блядь, морально. Я знаю, все такие новайте команды приезжают. Да, у нас не было таких проходных матчей. Так, мы понесли бы с ногами туда бы все. Мы даже не по технике, просто с ногами уносили бы. А здесь половина даже в подкат не прыгала. Не добегает, ногу не ставит. Так правильно. Ну техника была там, бля, у корня была там этот что-то. Ну я и туда еще. Много. Ну я бежал туда еще. Было у нас почти по-моему. Не, у нас просто что бегали все более-менее. Просто скорость какая-то была. А так, чтобы техника, ну у корня только одна была, у корня валю. Ну подожди, что корня? Не-не, я говорю раннюю команду, я не беру, когда Близнюк был, Сапила уже, тогда понятно, там корень не рядом не стоял. Близя и Сапила там решали всю игру. Ну, Близнюк за дубль Ильичевца играл, если что. В свое время. Ты его сейчас видел? Близнюка, три подбородка. Ну блин, конечно, Близя поправился пипец. Ну что он муж с пивом фигачит, как думаешь, и за рулем ездит. А не, ну нога тоже бежит, смотри, уже посинела. А Жапа тоже первый раз говорит, да не, ну тебе ж не свистнул, там же мяч у вас остался. Так я его прокинул, чувак, он мне тупо сзади, блядь, в ногу играет. Ну у нас мяч, у нас удара не было, свист, отложенный фол. Ну здесь меня пожалел, согласен. Я тут чувака не догонял его, я честно думал, что я его и в подкате не достану, если честно достану. Я думал, не достану. Я как его еще достал? Ну, нога, видно, длинная, размерная. Забыл бы. Поехали на пляж, короче. Мало вас, на пляж вечером же едешь. Да? Поехали на пляж, пахана оставлять тут. Он приедет за тобой, он знает, куда ехать. Самара, поехали. На рыбалку. На вахточке стоит? Я? Ну, я на автобусе, да. Да, там он стоит, понад дорогой. А тут же местный. У нас свой рабочий. Вот. А, ты новый? Я же смотрю, что новая, была другая. Четвертая. Я надеюсь, там можно на речку выезжать? Лёха звонил, говорил, что на лодках можно. У нас ну да, так вот. Только на меня карася сложит. Твоего карася задушит. Я говорю, еще. А мне где я твой язык себе оставлю. Я говорю, прикольно ты не думал. Алло, захотел. Ну, что ты звонила, правда? Я такая игру закончу вторую. Я вторую игру закончу, что ты звонила? Катюня. Давай. Господи, почему ребенок? Ну, так ты звонила мне три раза. Я тебя спрашиваю, что? Что-то надо? Да, только закончи. Откуда вас? Ну, где вы находитесь? Хорошо, товарищи. Пиздец, три пропущены. Говорю, что ты хотела? Говорит, ничего. Как он звонит туда? Вперед не забивает момент. Ну как? Ну сзади понятно, что никогда не пропустим. Понятно, и конец. Но спереди они по 4 момента в матче не забивают. Да,
Я уже катушки поменял. Там у меня все в огнях. Да, ну, я давно не ходил, месяца полтора или два. До этого что все, я поперематывал. И катушку на 6-метровую поменял, и у меня была ручка отпала. У меня все, у меня 5 удочек село в нем. Одна деревянная, 4-метровая, первая самая, с этой стрешоткой. А остальные все. Я понял, что 6-метровки надо покупать. У меня есть, ну, это Катина 4, одна 5, ну, 5 и 6 мои и 4. А, еще же у меня 6, ну, спиннинг. Нет, слотки офигенно. Да я в прошлом, да, пятерка вообще бомба. Ты вспомни, как ты ловил? Да, и шестерка с слотки офигенно. Ты вспомни, как мы 6 минут так просто пыль положил где надо, вставил ее и все. А с двух или с трех это надо, ну, так вот так кидать. А на стырку ты ж так не кинешь, она слетит. Поэтому... Фу, я реально устал. Я сегодня и по работе есть, на рынке. Мебель заказывали в клинику. На Либере, что они меня. Так я тоже. Да нет? Нет. Да я за них не буду больше никуда. Это с ним нормально так поступать. А мы взлетели, люди вэльник, они с команды. 17-0. Если ты видел, как они там играют, то там команда вышки, типа, понял? Я не знаю, что они делают вообще в третьей лиге. Им, они, наверное, какие-то мазохисты, нравится обыгрывать слабые команды, понял? Ну, а мы играем чисто, собрались первый раз так вот, чисто в двор. Просто команда отзовилась, предложили, типа, ну давай поиграем. Ну давай, чтобы дома не сидеть, поиграем. Понял? Ну и реально там она одна сама звезда. Вусом, да. Вус, Паша, там ну, такое. Так ты не понял, и команда там реально вышки играет. ФДО. Чего они играют в третьей лиге, я не понимаю, это знаешь, вот есть такие... А на уровне, да? Да. Эта команда, есть такие, им похер кого обыгрывать, лишь бы выиграть. Типа, а когда играют в вышки или в первой, они там могут и проиграть. И они типа не хотят туда идти. Понял? Ну типа нема спортивного у них этой фигни. Это матюр. Мне наоборот сильно всегда играть с командой, хотя бы на равных, или которая может чуть даже сильнее и интересно. Ну, я же... А если я заставить его, надо... Я же не могу поставить, у меня карма. А хули, раньше, если когда я сам жил, я думаю, прихожу, жрать нету, готовил впадлу, бутерброд съел, лег спать. Я. А сейчас прихожу домой, куча всего наготовлено, как мне поесть? Даже если вроде бы думаешь, не поем, пошел, лег спать, уснуть не можешь, да? Ну давайте пожрать, ты понял? В 12 ночи встаешь, начинаешь жрать, не выходит, это лежит, ты же ложишь, и все, идите спать. Артем, а какой можно брать бутерброд? Да уж. А молодец, пошли за бутерброд. Чем скорее за бутерброд? Мало снимать. Ай, мало. Пошли, мало. А он сейчас тайм оценит. И что? Я буду. Ну, так мы сходим пока. Ну, кофе, кока-колу и придем у малому. Вода есть, а не пьет кока-колу. Ну, пепси, правильно, кока-колу не пьет, там папа работает, гадость редкая. Пепси надо пить. Зеро, блядь, надо пить. Нет. А? Надо пить эту, пепси вкусно. Да, пепси. Да нет, пепси лучше, чем кока. Ну, серьезно говорю. Ты что, идем в магаз? Ну, кофейка и чайка возьму. Да зачем мне есть вода? Что ты хочешь? Ну ладно. Хочешь, возьми, приходи еще посидеть. Да я буду ехать, у меня мало это мне что-то забирать. Просто тебе? Думал пройтись, купить, вернемся и ее поешь. Все, тогда, ну, когда созваниваемся? Во вторник чи когда? Ну, когда понедельник, вторник. Наберете. В понедельник, наверное, Леха был заказывать. А что почем сейчас там? 250. Уже 250 что это было 600. Ну ладно, мы там шторы повесим. Наборы поставил, вилки, ложки дополнительные. Кэтербан. Нидник. Что, Русик, надо было с ним спорить? Да? Я бы его так и обогнал бы, да?
против комбиана. Пожалел я его. Что теперь думаешь? Не, я просто, ну, как бы не хотел его позорить. А ну вот, поле вот там. Нет, так не сам. Ну я тебе говорю, ну, можешь туда обратно. Да, вот те 100 метров. Туда обратно это 100 метров. Там надо тормозить. Ну да. В том-то и прикол, что мы так и бегаем. Я ему сказал, ты еще добежишь, я уже обратно. Вот, пошли купим кока-колки. У меня 4 пака в машине лежит. Ну, 2 колы, 2 справа. Ну, отстрела нам не надо. Что, выдают там на работу? Ну, серьезно, просто выдают? Кого хоть зиру? Обычно? Бывает зиру, бывает. Сахара. В ноль, пятая. Ну, что драма? Руни, руни, давай, руни. Давай!
Пали, Вань, пали. Проходим. Игра. Там.
Секундомер включен. Yeah.
Там твой банан еще остался. Момент. Получается, в воскресенье будешь, вообще, или ты с ночи будешь? Будешь тоже, да? Да? Колено, да. Там колено ушло. Тима ушел. Можно полить!
Тоже колено, тоже так, иногда. Ну, расставлю, наверное. Да, да. Потому что она не какая-то. Кольцо теперь большое стало. Понял, кольцо большое стало теперь. Рука. Право, право, право! Ты тоже похудел? Похудел? Видно даже это. Ну да, руки же тоже хуйня. Я думаю, что он так болтается? Ты нормально? Тоже? Ну,
уже понял, зиму я не мог его снять вообще. Да, да. Ну вообще, он меня смотрит, смотри-ка. Ну да. Сразу. Не, у меня есть, которые были маленькие. Это вот нормально. Ну да, у меня да. Сейчас вообще, да. То же самое с джинсами были маленькие. Ты знал? Еще одни появились нормально. Под джинсами я еще не знаю. Я ремень два раза облюдал. Ну, прохожу. Где-то вот так, просто. Ну, пап, хоть это самое. Поработай с нами. Даже телефон разведи. Не успел. Как обычно. Как мы у вас отцели? Все туда отцели. Куда? По трибуну. По трибуну. Вот, только если там что-то не все, тут наш капитан. Там боковые связки. Колено, вот это они, наверное, растянули. Скорее всего, это оно. Поехали, да, надо. Ну, если отек будет, то поедет, сделай ремень. Потом тебя залицуют, полностью все равно. Будешь, чтобы там нахуй. Ну, завтра, если сюда будет, то наступать. Когда надо это? Воскресенье работает. Ну, это не приехали. Ну, а где не кто там второй финал? Не приехал? Не был? Ну, не знаю, я его звонил. Ну, программа там быстро. Не знаю. А что вас так мало сегодня без замены? Все, блядь, поломаны. У кого-то эти, блядь, пах, у кого-то и поясница. Что, кого мало вообще там жить? Не знаю, у нас нету, не были отговорки от игр. У нас только летальный исход или нет. Да, Димон? Ты какой там пах, какой там пах. Ну, то пол, ты выходишь и отрабатываешь. Ну, может, там как-то, я не знаю. Не знаю, может, мы как-то решили. Тем-то. Вообще, дело, как-то, без пенсионеров, у нас детки своих.
Нет, это не знаю, типа. Не, ну просто у нас постоянно что-то болело. Всегда. Ну, когда-то, я помню, мужик, когда ты просто начал так возить. Он вот так вот со всего размаха, как колено. Замазал, перемотал, и все, напоминал. У меня так вот, я стою, смотрю, я вижу, как у меня под коленом вот такую гулю надувает, вот так, на глаза. Ну, у меня просто так, с размаха, со всей силы. Я просто на опережение вытекил. И он меня так. Бах! Я стою, шутки творишь. Формат? Да? А, голова. Там же фамилия другая, нет. Нет, не ваш. А что на вас делаем? Ну, продадите, что я мог сказать. Ну, что он там? Да, да. Ничего не делал вообще? Интересно. Угу. Я понял. Ну посмотрите, если что и получится, я на складе бы сейчас, конечно, не сильно выбор большой с холодильниками. Ну, если что, поменяю. Ну хорошо, давай еще понаблюдать, если что, может другое мясо. А эту накладную продадите, да?
Ну все, ну так что заказчик, я понял, они раз не захотели ехать туда или что там делать. Ладно, я понял. Да, да, давай, давай, ты тоже. Сели, сели, сели! 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 Сели, с